теплые встречи коллективов, которые вместе работают на благо страны. Одно дело делаем на марафоне единства в Витебске. Сотрудники предприятия «Нафтан» посещают энергокомплект. Традиционно встречаем караваем. Предприятием «Нафтан» и «Полимир» мы работаем очень давно. Наше сотрудничество насчитывает больше 30 лет. За это время мы поставили тысячи и тысячи километров на эти предприятия и использовали тысячи тонн продуктов, которые выпускают. Мы пошли дальше. Мы не только работаем как поставщик и потребитель. Наши коллективы тесно общаются. Мы участвуем в совместных спортивных мероприятиях. Вот, поэтому делаем одно дело в любом случае. Ну а сам проект «Марафон единства» – это, я считаю, достаточно знаковый проект, очень своевременный проект, потому что именно сейчас, в это время непростое, мы должны все объединиться, консолидироваться, и только так мы сможем выстоять. Одно дело делаем. Это не просто теплая встреча двух предприятий. Это возможность общения и даже решения производственных вопросов и планирования совместного будущего. Хорошее название – «Марафон единства». Когда мы едины, мы непобедимы. Это раз. Второе, мне довелось, участвуя в этом марафоне, побывать на своей родине. Я родился в городе Витебске, вырос в городе Витебске, закончил школу в городе Витебске, поэтому город Витебск для меня был, есть и будет родной. Как металл превращается в кабель. Прямо сейчас, во время экскурсии, секретами производства делится предприятие со своими добрыми гостями. Кабельно-проводниковую продукцию. То есть у нас полный цикл производства. И я скажу, что это единственное в Беларуси производство, которое может делать кабеля на среднее и высокое напряжение. Что мы, энергокомплект, что наши партнеры, компания «Нафтан», мы вносим большой вклад в экономику страны. А как сказал наш президент, если иметь хорошую, стабильную экономику, нам вообще ничего не страшно. Поэтому одно дело делаем. Шагая по Беларуси, марафон единства продолжает сплачивать жителей больших и малых городов, знакомить с историей, традициями, достижениями государства, дарить людям праздник. Каролина Прокофьева, Павел Мешкуть, агентство «Минск Новости».